Что бы я пожелала студентам? Я бы, наверное, пожелала им вот того, о чем говорил нам Давид Абрамович Тишлер. Во-первых, научитесь учиться. Научитесь добывать знания, знать, откуда вы можете черпать информацию. Не останавливайтесь на достигнутом. Все идет вперед. И мир меняется, и знания меняются. Но базовое образование – это тот фундамент, на котором вы можете потом строить какие-то свои дальнейшие новые, какие-то современные, какие-то знания, умения, навыки. Они возможны только если есть фундамент. А фундамент – это вот то, что вам дает университет. Потом на этой базе можно что-то настраивать, потому что если нет базы, очень тяжело что-то на этой, без базы построить. Поэтому овладевайте знаниями, и пусть вам потом все это послужит для вашего совершенствования в дальнейшей вашей профессиональной жизни.